Полиция обманным путем распространила фотографии мусульманки без платка. В американском штате Теннесси девушка подаст в суд на стражей порядка, выложивших ее с непокрытой головой на сайте правоохранительных органов. В ночь на 15 мая Лайла Салис была арестована вместе со своим супругом и другими мусульманами, которые участвовали в митинге в поддержку Палестины на территории университета в Ноксвилле. После нескольких часов ожидания в темном фургоне в наручниках Салис проводили в полицейский участок и заставили снять головной убор для протокольной фотографии. Впоследствии фото Лайлы без платка оказалось во всеобщем доступе, что стало настоящим шоком для нее самой и для ее близких. «Когда они меня фотографировали для протокола, они сказали, что я должна снять его. Они сделали одну фотографию в хиджабе и одну без, и заверили меня, что кадр без хиджаба не будет виден сотрудникам-мужчинам и не окажется в интернете. Для мусульманки это стресс. Были нарушены не только мои права на свободу слова, но и моя религиозная свобода». Салис родом из палестинской семьи, непосредственно пострадавшей от ужасных событий в секторе Газа. Ее муж Занна Салис, местный инженер, так же, как и Лайла, был арестован впервые в жизни. Но шок от того, что его жену заставили снять платок, был более глубоким, чем арест и заключение. Напомним, видеть мусульманку без хиджаба могут только ее муж, ближайшие родственники и женщины. Теперь семья Салис требует справедливости и намерена привлечь юристов для подачи судебного иска. Случай Лайлы далеко не первый. Ранее несколько федеральных исков были поданы после того, как полицейские заставляли девушек снимать религиозные головные уборы во время содержания под стражей, и в некоторых случаях истцы добились существенной компенсации.